Сегодня мы занимаемся раскрасками. Это задачи с 470 по 480. Ну, может быть, еще что-нибудь успеем. Самая простая из сегодняшних задач 470. Шахматную доску без двух противоположных углов. Я не буду точно рисовать доску. Но смысл такой, без двух противоположных клеточек. Разрезали на доминошки. Каждая доминошка, разумеется, состоит из двух клеток. Вернее, как, не разрезали, а можно ли разрезать? Можно? Нет. Почему? Потому что белых клеток больше, чем черных. И что? А в обычной доминошке, можно показать? Вот, пожалуйста, да. Есть одна черная и одна белая клетка. Ну что, молодец. Все. Действительно, любая фигура, составленная из доминошек, содержит поровну белых и черных клеток. На шахматной доске изначально 32 белые и 32 черные клетки. Если у нас так произошло, что вырезали две противоположные клетки, то это значит, что вырезали две черные клетки. Осталось по-прежнему 32 белые и 30 черных. Но поскольку 32 не равно 30, то разрезать нельзя. Следующая, 471 задача. Нет, секунду, я должен эти фигурки нарисовать. Значит, смотрите. Даны такие четырехклеточные фигурки. Их разрешено поворачивать, переворачивать, как угодно. И спрашивают, можно ли из таких пяти фигурок сложить, можно ли из пяти таких фигурок сложить прямоугольник размером 4х5. Пожалуйста. А можно еще прямоугольник 4х5 написать? Ой, что же с тобой делаешь? А если бы задача была там 300х300, то... Хотя нет, ребята, в этой задаче размеры существенны, поэтому здесь действительно 4х5. Так, и что? Известно, что от черных 10 клеток и белых 10 клеток. Можно закрасить еще вот фигуры? Пожалуйста. В квадрате количество клеток равно. В этой фигуре тоже равно. Это тоже равно. А вот эта особенная фигура, она... У нее количество клеток не равно будет. 3 и 1. Молодец. 4 из этих фигур такие, что как их ни клади на доску, белых и черных клеток будет поровну. А вот есть одна удивительная, важная фигура. Либо в ней 3 черных, 1 белая, либо в этой фигуре наоборот. 3 белых, 1 черная. Согласны? Да. Хорошо. Быстро идем. 472. Замок имеет вид прямоугольника размером 5х7 клеток. Давайте я вам нарисую. Прямоугольник размером 5х7. Каждая клетка, кроме центральной, комната замка. А в центральной клетке находится бассейн. В каждой стене, стороне клетки, разделяющей две соседние комнаты, имеется дверь. Можно ли, не выходя из замка и не заходя в бассейн, вот я его закрасил красным цветом, обойти все комнаты, побывав в каждой ровно по одному разу?
Давайте я сейчас попытаюсь. Вот, скажем, я вошел в замок и пошел по комнатам. Я более-менее произвольно иду. Опа! Всего одну клеточку не прошел. Ну, казалось бы, чуть-чуть надо как-то поразумнее идти, и все получится. Или нет? Вот при моем способе осталась непройденная всего-то одна клетка. Видите? Вот такой способ. Я, честное слово, не особо раздумывал, как ходить, но прошел все клетки, кроме одной. Да, пожалуйста. Нельзя. Почему? Если сделать раскраску на белую клетку. Давайте. Клетки. Вы лучше, ребят, давайте так договоримся, скажем, писать буквы, хорошо? А, белую? Да. Потому что если будете везде писать БЧ, это займет в два раза больше времени. Давайте говорить, что если написали букву Б, то остальные клетки автоматически черные, да? Да-да-да, пишем. Б, 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 давайте, давайте, давайте. Белых 16. Интересно, почему? Нет, 18. Белых 16, белых 2 красить. Что это? А, да, 16. Это что? Так, белых 16, да? Хорошо, а остальных клеток сколько? Ну, 4. Ну, сколько? 5. Умножайте, так и пишите. 5 умножить на 7. Надо вычесть от единицу бассейн, то есть получится 34, и дальше вычесть 16. Ну, впрочем, можно и так посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, не лет, не кажется, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Действительно 18. Дальше. А поскольку белых, черных клеток больше, чем белых на 2, мы идем по последовательности. Мы что с черными знаем, и через день черные делают клетки. Итак, в чем состоит решение задачи о бассейне? Белых клеток 16, клеток другого цвета 18. Разность между числом 16 и числом 18 больше единицы. Давайте прям так и напишем. 18 минус 16 больше единицы. Если происходит чередование белое-черное, 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 то в любой такой цепочке белых и черных либо поровну, либо же количество отличается. Ну, представьте себе, вот у нас есть последовательность, ну, я не знаю, вот скажем так, мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка. Вы понимаете, что если посмотреть тех, на кого я сейчас показал рукой, и выстроить их в ряд, то там мальчиков и девочек будет поровну, правда? Потому что я все время говорю, мальчик, девочка, мальчик, девочка. Если бы я начал с девочки, и последняя была бы тоже девочка, значит, девочек было бы на одно больше. Если бы начал с мальчика, закончил бы на мальчике, мальчика было бы на одно больше. Но в любом случае, в такой цепочке, отличие может быть максимум на единичку. Обратите внимание, не случайно вот эта клетка у нас оказалась именно этого цвета. Потому что белых меньше, и поэтому уж если одна осталась, то должна была остаться черная клетка. Очень хорошо. Очень хорошо. 400,
73-я задача. Докажите, что доску размером 50 на 50 нельзя разрезать на фигурки из четырех клеток в виде буквы Т. То есть, если нам дали вот такую вот плитку, то невозможно сложить паркет размером 50 на 60. Если умножить 50 на 50, то вот получается 250, а 250... Нет, 50 на 50, это, конечно, не 250. 50 умножить на 50, это 2500. Дальше. Это то. Нолики должны... Да, пожалуйста. Мы должны узнать, сколько будет, например, черных клеток. 250 делить на 2. 250. Нет, на 2, как раз на 2, да. 1250. Ты что делаешь? Что делаешь? 2500 раздели на 2. 1250. Совершенно верно. Черных клеток 1250 штук. Ну и что? Разделим это число. На что его разделим? На 4, на эту фигуру. Зачем? Эта фигура состоит же не только из черных клеток. Нет, вы что-то не то придумали. Садитесь, пожалуйста. Так. Ребят, никто не требуется сразу выбегать и рассказывать решение. Вторые условия. Значит, имеется квадрат 50 на 50. Можно ли разрезать этот квадрат на такие вот четырехклеточные фигуры? Количество черных клеток мы нашли. Это 1250 штук. Не знаю, зачем нам это, может и пригодится. Даже уверен, что пригодится. Что дальше? Идея раскраски. Сегодня весь день надо рассматривать разные раскраски. Квадрат размером 50 на 50. Компонуем. Вообще же из... Смотрите, из единиц и троек 1250 сложить можно, да? Просто должно быть равное количество и этих, и этих. Молодец. Действительно, у нас же висит на доске белых и черных клеток строго поровну. Как только вы берете такую фигурку, на две черных становится больше. Как только берете такую, на две белых становится больше.
Значит, чтобы на доске было равновесие, нужно взять этих фигур в форму. А вот тут-то и срабатывает мысль, что тогда в каждой паре у вас 4 черные клетки, а 1250 делится на 4. Для любителей уравнений я могу так сказать. Представьте себе, что у нас x вот таких фигур и y таких. Тогда какие будут равенства? X плюс Y – это общее количество фигур. Очень легко посчитать. Нужно 2500 поделить на площадь. Это площадь всего квадрата. Поделить на площадь каждой фигурки, на 4. Разумеется, получится ответ 625. Теперь подсчитываем количество черных клеточек. 3x, потому что в каждой из таких фигурок 3 клеточки черные. Плюс y. Это общее количество черных клеток. 1250. А вот дальше просто берем из второго равенства и вычитаем подчленное первое. Получается 2x. То есть понятно, из 3x плюс y вычитаем плюс y. Это 1250 минус 625. Это 625. Идею поняли? 2х не может равняться числу 625, потому что х целое, а 2х, соответственно, четное. 474. Ребята, у каждого человека свои воспоминания. Я и сейчас помню восторг, такой просто абсолютную радость, которая у меня была, когда в журнале «Квант» я увидел вот именно эту задачку, то, что я буду рассказывать, и увидел ее решение. Почему-то там так это было симпатично нарисовано, что вот ощущение радости от этой задачи у меня сохранилось, в общем, на всю жизнь. Можно я прочитаю? Треугольный замок разделен на 100 одинаковых треугольных залов. Так, ребят, я прошу разрешения рисовать вам все-таки не 100, а ситуацию, когда 64. В книжке нарисовано 100, поэтому вы уж как-нибудь посмотрите. Просто 64 писать быстрее. Так, вот здесь вот я нарисовал вам случай, когда 16 залов. Теперь давайте еще проведу вот такие линии. Немножко криво получилось, но ладно уж. Можно быстро все сделать сейчас. О, господи. Совсем криво. Так, ладно, все. Зала так зала. 64 зала вот у меня, а в задаче 100 залов. В середине каждой стены между залами сделана дверь. Сколько залов? Максимальное количество. Может осмотреть человек, не желающий нигде побывать более одного раза. Ну и там на рисунке в книжке показано, как в случае 100 залов можно осмотреть 91 зал. Пожалуйста. Предположим, он начал тут. Где? Отлично. Предположим, что он начал тут. Ну просто если ты. Ты понимаешь, что тебе придется разбирать очень много. Нет, просто расскажу дальше. Уже, ну, не, если... уже не расскажешь. Ладно. Уже не расскажешь. Не я хочу сегодня попасть домой. Поэтому я не буду разбирать все случаи. Если человек войдет тут, но он не выйдет уже, значит, вот с этими всеми способами он не может войти. Если вошел, не может выйти. Следующий. Разумеется, в этой задаче самое трудное – это оценка сверху. Потому что конкретный маршрут, ну, в общем, более-менее любой человек понимает, как ходить. Наверное, что-то вроде вот такого. Да? Такая естественная, вот, извините, дорожка. Ну, в общем, это не проблема. Придумать хороший маршрут – не проблема. Проблема – доказать, что никто не придумает лучше.
тут как раз и работает раскраска. А, я понял. Пожалуйста. Можно раскрасить фигуру? А? Раскрасить. Не надо раскрасить. Скажите, уберите мел. Расскажите решение. Для этого повернитесь к вас лицом. У нас должно быть чередование черных и белых. Но есть. Но у нас из черных больше. У нас будет неохваченные огни. У нас известно, что 50. Сейчас. Каких черных? Что такое черное и что такое белое в этом случае? Треугольники бывают носом вверх, треугольники бывают носом вниз. Я даже мел тратить не хочу и время красить. Ребят, я просто говорю, что треугольники бывают двух типов. Вот этот будем называть носом вверх. А вот такой треугольник будем называть треугольник носом вниз. Смотрите, ладно, буду красить. Буду красить. Что вы только меня не можете заставить делать, ребята? Вот они, треугольники носом вверх. Их здесь один, потом два, потом три. В следующем ряду их уже сколько? Четыре. Потом их уже пять. Вот они пять. Можно ходить только с треугольника носом вверх, треугольник носом. Правильно. А треугольник... Любой ход меняет цвет. Да, а треугольников да, носом в... Их больше всего на 13. На сколько? Ой, на 14. Да. Пожалуйста, садись. Вообще, желание обязательно вскочить и ответить, оно лучше всего. На 10 больше. Задачи, которые сейчас мы решаем, их больше, конечно, не на 10. Если действительно исходная задача про 100 залов, то их действительно на 10 больше. Так, ну давайте мы посмотрим. Ладно, я все штриховал. Смотрите, ребята, давайте я посмотрю здесь. Значит, треугольников носом вверх. 1 плюс 2 плюс 3. Плюс 4, 5, 6, 7, 8, вот столько. Треугольник с носом вниз. Давайте здесь пишу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Треугольников с носом вниз. Совершенно верно. На 8 штук меньше. Поэтому, если я знаю, что всего их 64, кстати, а интересно, почему? Почему треугольников здесь будет 64? Кто-нибудь умеет понятно объяснить? Я умею. Смотрите, самый простой способ объяснения такой. Надо взять вот эту вершинку, немножко сюда перетащить. И тогда картинка превратится вот во что? В равнобедренный прямоугольный треугольник, который вот таким вот образом разрезан. Согласны? Или не понимаете? Вот если, ну, конечно, я его разрезал на 16 частей, но точно так же можно разрезать и на сколько там? 64. 64, да? Ну и так далее. Вот. Так, 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 так. Сейчас недолго осталось. Да, чувствуется, что недолго. Что я справился? И еще. Вот. И да, еще да, да, конечно, да. И... Вот. А теперь смотрим, где у нас штрихованные штучки. Это штрихованные, это в точности половинки клеток. Согласны? Угу. Это в точности половинки клеток. Вот, теперь вопрос. Ну и что? Ответ. А вы просто добавьте к этому еще половину, будет квадрат, и, собственно, будет все понятно, да? Площадь квадрата, это понятно, что... Но у вас вдвое меньшая фигура, но зато и интересует вас только половинки клеток. В общем, 64.
действительно 64. Теперь мы делаем очень просто. Из числа 64 отнимаем 8 и делим на 2. Так, сколько будет? 28. 28, все верно. Ну и 28 плюс 8, это будет 36. Значит, треугольников носом вверх 36, треугольников носом вниз 28. Какой самый длинный возможный маршрут? Да? 57. Абсолютно верно. 28 плюс 28 плюс 1. 1 – это вот кривой эффект. То, что если у нас есть цепочка белый, черный, белый, черный, белый, то тогда белых на 1 больше, чем черных. А 28 – количество треугольников носом вниз. Маршрут такой придумать очень легко. Ну, я просто могу вот его показать. Входишь. Ну, самый естественный. Нет, да. Нам просто сразу вверх можно, сразу вверх. А почему? Все нормально, ребят. Да, нормально. На самом деле, если угодно, можно действительно вверх. Если угодно, можно сюда. Дело в том, что я, смотрите, начал с треугольника. Я объясню, почему это действительно нужно, конечно. Начал с треугольника, расположенного носом вверх. Прошел через все треугольники носом вниз, которые, да, через все такие я треугольники прошел. И закончился маршрут треугольником, который носом вверх. Действительно, 28 плюс 28 плюс 1. Ну, а в случае, когда у нас 10 на 10, да, то же самое. Просто из сотни надо вычесть 10 плюс 10 пополам, получится 45. И ответ очень простой. 45 плюс 45 плюс 1. 91. Какое наибольшее количество ромбов, каждый из которых составлен из двух равносторонних треугольников со стороной 1, можно вырезать из равностороннего треугольника со стороной 5. Так, я сначала все-таки нарисую ромб. Так, интересно, справлюсь ли? Не ромб, а треугольник со стороной 5. Интересно, справлюсь ли или нет. Очень ровно, но более-менее получилось. Вот вам треугольник со стороной 5. Требуется из него вырезать максимальное возможное количество ромбиков. Максимальное количество получается 10. Почему? Потому что когда мы будем из них вырезать, то останется... Последний уже... Нет. Если вы собираетесь изучать все способы вырезания, ничего не получится. Потому что можно начинать с одного угла, можно с другого, можно комбинировать, и перебор будет слишком длинным. Пожалуйста. Можно дубинушку нарисовать? Дубинушек тут, конечно, никаких нет. Не надо, просто в ромбе состоящем, ромб состоит из белого и черного. Да. А в этом треугольнике... А, я понял, что вы имели в виду под доминошкой. Вы хотели сказать, что хотите нарисовать такой ромбик, да? Да. Ну да, вполне естественное желание в этой задаче. Так, давайте смотреть. Здесь вот треугольник носом вверх, и здесь то же самое, треугольник носом вверх. Да, дальше. А в этом треугольнике носом вверх больше... Так. На 5, кажется. На 5, конечно. 25 минус 5 пополам, это? Будет 20. 20 плюс 20 плюс 1 будет 41.
О, Господи, 25 минус 5 и пополам. 10. Но не могло быть не 41, потому что на всей картинке 25 треугольников всего. Вот. Итак, треугольников, расположенных носом вверх, 15 штук, носом вниз 10 штук. И сколько же ромбов? Максимальное количество, да? 10. Максимальное количество ромбов 10. Ну давайте я их вам выпишу. 1, 1. Вот это второй ромб, это третий. Это четвертый. Давайте я повыпендриваюсь. Это пятый. Интересно, смогу или нет? Это шестой. Это седьмой. Восьмой. Девятый. Восьмой, девятый, десятый. Ну, можно было, конечно, и более систематично нарисовать. В любом случае, 10 ромбов можно, а больше нельзя. Теперь 476. На какое наименьшее количество прямоугольников можно разрезать фигуру? Тут дальше довольно ужасная фигура. Она состоит из трех вертикальных прямоугольников, в каждом из которых 7 клеток. Такие же три прямоугольника лежат горизонтально. Ну и все это, разумеется, на клетчатой бумаге. То есть все это элементарные клеточки. Да. Вот, пожалуйста, ребят, себе нарисуйте на клетчатой бумаге вот такую фигуру. Объединение 6 прямоугольников, каждый из которых размером 1 на 7. И задача. На какое наименьшее число прямоугольников можно разрезать такую фигуру? Да, сколько у вас ответ? Я посмотрю на доске, я просто еще не сочетал, но я знаю. Вот сначала сочетайте, потом поднимайте руку. О, это одна из ваших главных проблем. Неумение продумать мысль, прежде чем говорить. С этим надо обязательно побороться. Да, тут, конечно, раскраска. Во всем этом параграфе все время раскраска. То есть нужно придумать некоторую конструкцию. Тут это очень легко, потому что почти любая конструкция, естественно, срабатывает. А вот дальше нужно доказать, что придуманная вами конструкция самая лучшая. Да-да, пожалуйста. Можно раскрасить? Сколько у тебя? У меня 16. Ответ не верит. 17. Ответ не верит. Дело в том, что очень легко разрезать меньше, чем на 16 прямоугольников. Да, вот на правильный ответ 15. Что-что? Ничего, ездил. Пожалуйста. Отдельные клеточки. Да, пожалуйста. И
оставшиеся прямоугольники вот так переломаем, чтобы не путались. Чего? Ну, оставшиеся прямоугольники вот так переломаем. Да, да, да. Потом основать надо. Так. Почему вы не так переломаете? Так, ты меня тоже. Ребят, смотрите, что он придумал. Взять три горизонтальных полоски целиком, а все, что остальное, объявить такими щепками. Правда, этих щепок будет очень много, 12 штук, но ничего не поделаешь. 12 маленьких единичных клеточек и 3 полоски. Всего 15 штук. Но это конструкция, а нужно доказать, что нельзя меньше. Да, пожалуйста. Может, докрашу? Человек не докрасил. Что не докрасил? Доказательство. Да. Дело в том, что ваши крестики можно при тоже не докрасили. Вы тоже не докрасили. Крестики можно было воспринимать по-другому. А именно представить себе, что все это расположено на шахматной доске, и вот это белые клетки, а это там, где крестики, это черные. Всего тогда, там, давайте скажите, сколько всего? 24. 24 чего? Белых квадратов. Ой, всего квадратов. Ну ладно. Ну, садись, пожалуйста, а мы без тебя посчитаем. 24 всего. Главное без ошибки. Значит, поехали. Количество крестиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Таким образом, 24 это не всего клеточек, а 24 крестиков. Теперь количество, ну я не знаю, то есть ноликами обозначим, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. 9 ноликов. Теперь очень простой вопрос. Чего больше, крестиков или ноликов? Крестиков. Правильно. Какие вы у меня молодцы. Вот, да. 24, 9, это 15. А вот теперь, почему же потребуется 15 прямоугольников? Договори. Потому что нам надо уменьшать количество черных крестиков, точнее. А это можно сделать только если я буду... Дело не в этом. Дело в том, что в любом прямоугольнике отличие... Только на один. Может быть, только на единицу. Либо если размеры прямоугольника оба нечетные, то там есть отличие на единицу количества черных клеток и количества белых. А если хоть одна сторона четная, то поровну. Таким образом, каждый прямоугольник нам нужен, чтобы вот эту самую разницу создавать. Повторяю, когда вы берете один прямоугольник, то в нем количество черных клеток почти равно количеству белых. То есть может отличаться максимум на единицу. Поэтому, чтобы создать эти 15 лишних крестиков, вам обязательно нужны 15 прямоугольников. Можно, конечно, и больше, но вообще все на отдельные клетки порезать. Но... Так, 477-я задача. Очень легкая, но советую ее запомнить. 25 жуков сидели по одному на клетках квадрата размером 5 на 5. Вот представьте себе самый обычный квадрат размером 5 на 5. На каждой клетке сидит жук. Вот я не буду рисовать. Жуки получили приказ перелететь на соседнюю клетку. Соседняя – это клетка, имеющая общую сторону. Задача. Докажите, что хотя бы одна клетка останется свободной. Другими словами, хотя бы на одну клетку прилетят два жука или более. Ну, в принципе... А жуки клетками меняться могут? Меняться могут в таком смысле, что вот этот летел сюда, а этот сюда. Пожалуйста.
каждый жук должен перелететь на соседнюю клетку. Так, нет, мало рук. Мало рук. Прошу. Здесь черных клеток должно быть больше на одну. Поэтому два жука обязательно должны прилететь хотя бы, ну, два жука должны прилететь в одну клетку. То есть жуки будут меняться местами с черного на белую, но будет так, что у нас 13 клеток одного цвета и 12 другого. Ну да. Дело не в том, что. Дело в том, что это неравные числа. Понимаете, у нас они должны с белых клеток полететь на черные, а с черных полететь на белых, да? Вот, ну помните этот брачный анекдот про обмен белья в концлагере, да? Первый барах меняется вторым. На второй с первым. Поменяли белье. Вот, ну, конечно, о грустном, это, конечно, сильно о грустном. Вот, но здесь то же самое реализовано в веселом виде, да? То есть жуки веселенькие взлетели, и вдруг обнаружили, что, извините, одних было 13, а других 12. И в результате тех, кого 12 не смогут занять все 13 мест, а те, кого было 13, вынуждены будут какие-то два рука или больше попасть на одну клетку. Все понятно? Все, спасибо. Ой, на предыдущем кружке я намучился с задачей номер 478. Хотя мы в конце концов разобрали там аж три ее решения, но это было долго и очень трудно. Значит, через клетчатый квадрат 100 на 100. Ребята, что уже сурово. Да, просто пока я рисовал квадрат 100 на 100, уже, да. Значит, сейчас посмотрим. Проведено по линиям сетки несколько прямых. Проведено по линиям сетки несколько прямых. Образовавшиеся прямоугольные части раскрашены в шахматном порядке в синий и красный цвета. Докажите, что количество синих клеток четно. Повторяю. Через клетчатый квадрат 100 на 100 проведено по линиям сетки несколько прямых. Образовавшиеся части раскрашены в синий и красный цвета. Но давайте я проведу несколько прямых. Например, вот так. Так. Ну и хватит. И по горизонтали несколько прямых. Все, да, я думаю, хватит. Давайте потом же четвертую еще проведем. Теперь вопрос. Что значит синий и красный? Это очень чувствует. Черно-белый. Не надо, вот он. У меня есть красный мел. Вот эта часть будет называться красный. Следующая часть тоже красная. Вот эта часть будет называться красной. И эта часть красная. На камере там не очень хорошо видно цвета, а вам в классе видно, правда? Очень. Вам в классе видно очень хорошо. Так, все, вот эти клетки. Можете посчитать, действительно выяснится, что красных клеток четное количество. Да. Ну и, соответственно, синих тоже четное количество. Задача. Докажите, что в любом случае так будет. Как бы я ни проводил эти вертикальные прямые, если после этого доску раскрашу в синий и красный цвет,
то будет непременно четное количество синих, ну и, соответственно, четное количество красных. А могут не проводиться где-то вертикальные линии? В смысле, не проводиться вертикальные линии вообще? Да. Ну, тогда у вас будут только горизонтали и, ну да, синяя, красная полоса, синяя, красная полоса. Ну, что-то вроде пешеходного перехода. Ну, да. Пожалуйста. Если линии не будут проводиться вообще, тогда получится одна большая красная часть? Да, что, она черная, да. Или она же, или одна синяя по вкусу. Вы ее покрасите или в этот цвет. Получается нечетно. Идея простая. При переходе через границу цвет должен меняться. Да. Если границ нет, значит цвет должен быть один и тот же. Или весь красный, или весь синий. Да, тогда получилось минус 0, это четное число. Да. Красных, очень хорошо. Но это именно один конкретный пример. А вопрос же в другом. Почему всегда синий будет 0? Четное число. Не ноль, а именно четное число. Понимаете, от того, что вы нашли один подтверждающий пример, лучше не стало. А если отрицательный? Если бы вы нашли один опровергающий пример, то теорема была бы полностью опровергнута. Потому что... У меня просто есть этот пример. Одну линию прочертить, и у нас будет один красный, один синий. Очень хорошо. Опровержение. 100. Если его умножить на любое натуральное число, даст четное число. Нас же интересует не количество красных или синих областей, а нас интересует количество клеток. Не понял? Замечательный пример, очень простой математической задачи. Любой человек, который в принципе умеет хоть как-то решать задачи, ее решит. То есть нужно просто не сидеть над задачей, а пытаться ее решить. А тут может быть, что они четное количество синих. Можно это предположение? Давай. Когда проводит вот, линию, то он же выбирает нечетное количество, ну режет на четное количество, а остается. Нет, линии мы проводим совершенно любым образом. Я никакой системы в этих горизонтальных и вертикалях не предполагаю. Ребята, повторяю мысль. Как вообще решаются математические задачи? Вот вам дали задачу. Закономерность. Вам дали задачу о квадрате размером 100 на 100. Что вы обязательно? Я просто вижу, что некоторые вообще ничего не делают. Не потому, что они плохие, а потому, что не понимают, что можно делать. Так вот докладываю. Если вам дали задачу о квадрате 100 на 100, что надо обязательно попытаться сделать? Сделать 10 на 10. Во. Ну, а лучше не 10 на 1. Лучше 1 на 1, да. Гораздо лучше 1 на 1. Только вот интересный вопрос. Для квадрата 1 на 1 утверждение задачи верно или нет? Да.
Если написать, то, что одна синяя, то... Одна синяя клетка. Количество синих клеток... Нечетно. Значит, утверждение задачи для квадрата размером 1 на 1. Что? Неверно. Теперь следующий. Пусти руку. Теперь следующий вопрос. Давайте посмотрим для квадрата размером 2 на 2. Что может быть? Какие возможные варианты? Да? Вообще не проводить линию. Провести одну линию. Или две. Или две. Давайте вам нарисуем. Вы абсолютно правы. Либо линий вообще нет, либо одна, либо две. Так давайте я беру мой зеленый мел. Предполагаю, вообще во время любого занятия надо общаться с преподавателем. Если у вас есть вопрос, вы должны были задать его мне. Вот эти вот все подпольные ходы, это верный способ не выучиться. Я понимаю, что вы сейчас хотели что-то хорошее узнать, вот, но все вот эти вот нечестные ходы кончаются одними темами, что вы теряете нить рассуждения. Значит, господа, вот, собственно говоря, три картинки. Больше не бывает. Теперь давайте разбирать. Ну, конечно, можно еще горизонтально, но это по сути не отличается. Здесь либо все четыре синие, либо все четыре красные. Согласны? Да. Четное число? Да. Здесь две синие и две красные. Тоже четное число. И здесь, между прочим, тоже две синие и две красные. Согласны? Да. Вот. Теперь вопрос. Какое отношение то, что я вам только что сказал, имеет к нашей задаче? Пропорциональное отношение. Имеет это к тому, что мы можем этими фигурами замостить эту плоскость. Абсолютно верно. Мы можем квадрат размером 100 на 100 сложить из блоков каждый размером 2 на 2. Вот, смотрите. Провожу такие вот вертикальные линии, при этом абсолютно не обращая внимания на то, как у меня проходят линии разреза. Провожу вертикальные линии. И абсолютно так же провожу линии горизонтальные. Вся картинка разбивается на блоке размером 2 на 2. И в каждом блоке четное количество синих клеток, а это означает, что и всего синих клеток четное количество. Поняли? Да. Значит, ребят, вот этот прием важно запомнить и важно научиться его применять. Если дали задачу с большими числами, не надо сразу ее решать. Возьмите маленькие числа. Посмотрите, замена. Обычно получается проще, и очень часто бывает, что на самом деле задача с маленькими числами по сути такая же, как и задача с большими. Вот, это одним приемом так легко решается эта задача. Другой прием. Если тебе дали какую-то конструкцию, подумай, нельзя ли эту конструкцию как-то сделать более понятной. В данном случае. Вот у вас разговор идет о нескольких вертикалях, в данном случае трех там, и нескольких горизонталях, в данном случае четырех. Так вот, давайте подумаем, что происходит, когда проводишь очередную горизонталь или очередную вертикаль. Ну, например, вот пусть мы берем и проводим такую вот горизонталь. Тогда вверху пусть ничего не меняется, а внизу происходит перекрашивание. Перекрашивание происходит в строчках. Сейчас надо уже слушать. Говорить надо было раньше. Так вот, перекрашивание происходит в строчках. Что значит перекрашивание? Если у вас была некоторая строка, в которой было всего 100 клеточек,
И некоторое количество из них было синих, например, А синих, то понятно, что все остальные были красные. 100 минус А красных. Вопрос, что будет после перекрашивания? Понятно, что 100 минус А синих и А красных. Замечательно. Давайте думать, что произошло с количеством синих клеток. Это очень просто. Было А, стало 100 минус А. Насколько изменилось количество синих клеток? Чему равна разность между этими числами? Понятно, чему? 100 минус А – это 100 минус 2А. Четное число. Таким образом, при любой операции перекрашивания, вот когда вы проводите очередную горизонталь, и там в некоторых линиях происходит перекрашивание, у вас в каждой горизонтальной полоске происходит вот такой переход. Согласны? А это значит, что четность количества синих клеток не меняется. И как с самого начала было, так и будет. Теперь давайте думать, а что значит с самого начала? Ну, с самого начала это когда у нас были только вертикальные линии. А когда были только вертикальные линии, то синие возникают полосками по 100 штук. И в сумме их четное количество. Поняли смысл? Да. Вот, хорошо. На самом деле у задачи есть и еще другие способы решения. Да. А именно, господа, давайте подумаем. Когда прямоугольник содержит нечетное количество синих клеток? Да? Когда провели всего лишь три прямые. Нет, не обязательно. Я говорю про конкретный прямоугольник. Вот, вот этот, например. Он размера 3 на 3. В нем все клетки синие. Да, вот на нашей картинке. Вопрос. Почему 9 – нечетное число? В каком случае площадь прямоугольника нечетная? Когда у него нечетная сторона. Когда у него обе стороны нечетные. Ну да. Правильно? Угу. Поэтому, если вас волнует четность количества синих клеток, то совершенно понятно, что все вот такие полоски вас вообще не интересуют. Если полоска четной ширины, то в ней всегда будет четное количество клеток там любого цвета. Соответственно, спокойно можно такие полоски просто взять, целиком выбрасывать, вот, и вообще ни на что не повлияет. И в результате у нас получится, что все ширины должны быть какими? Нечетные. А если ширины нечетные, и из них сложена четная длина, то сколько штук таких полосок будет? Четное число, правильно? Вот. Ну а дальше все очевидно. У нас есть нечетные числа, их всего четное количество штук. Ну и дальше обычная черно-белая раскраска шахматная. Получается, что количество таких вот прямоугольничков нечетного размера, количество таких прямоугольничков четное. Ну ладно, в общем, додумайте, кто не пишите решение, прочитайте. Я не хочу на это больше тратить время, потому что у меня есть две очень симпатичные задачи. 479 и 480. 479. Можно ли шахматную доску разрезать на 15 вертикальных и 17 горизонтальных доминошек? Значит, давайте я нарисую сейчас шахматную доску, аккуратно разрежу ее на доминошки, и мы посмотрим, сколько из них вертикальных, сколько горизонтальных. Или даже так, давайте я попрошу кого-нибудь из вас разрезать, в надежде, что вы поверите этому человеку больше, чем мне. Хотя и мне могли бы поверить. Я вас, в общем, тоже не обманываю никогда. Ну ничего.
Так. Так. Постарайтесь максимально случайным способом, чтобы были и горизонтальные, и вертикальные, по-разному. Резать вот так вот, такую волнистую линию проводите. Не-не-не-не, только замучитесь. Шо, придется мне за вас начать. Сколько там получается вертикальных и сколько горизонтальных. Так, ну мел уже надо положить, а вот нет, надо немножко считать. Давайте горизонтальные, их очень удобно считать по горизонтальным. Смотрите, в первой горизонтали 2 штуки, 3, дальше 18 штук таких. Так, и давайте для контроля по вертикалям пройдите. 1, 2, 3. Дальше. 12. Я вынужден сказать, что мы ошиблись. Потому что в сумме должно быть 32. Считайте заново горизонтально. Посчитали горизонтальное. Так, и на всякий случай вертикальное. Считайте все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Победа, да? Спасибо. Ну, господа, получилось четное количество вертикальных и четное количество горизонтальных. Что? Ну, можно решить задачу для квадрата 2 к 2. Хорошо. Это правда. Действительно, если у нас квадрат со стороной 2, то есть два случая. Или обе доминошки горизонтальные, или обе вертикальные. Действительно, четное количество вертикальных, четное количество горизонтальных. Только, к сожалению, в этом случае это вам не помогает. Потому что доска 8 на 8 не режется на квадратике 2 на 2, так, чтобы это совпадало с доминошек. Смотрите, когда вы врезаете здесь, то часть доминошек оказываются разрезанными. Во всяком случае, так вот наивно, непонятно, что делать. Нет. Это не значит, что вы плохо сделали. Был естественный шаг, и хорошо, что вы его провели. Но я не вижу, чтобы у нас что-то получилось благодаря этому. Подсказка. Задачи на раскраску. Задачи на раскраску. Значит, вы просто должны придумать какую-то естественную раскраску, которая поможет вам в решении этой задачи. Обычная шахматная раскраска не помогает по одной простой причине. Она не отличает горизонтальную доминошку от вертикальной. И в горизонтальной доминошке одна черная клетка, одна белая. И в вертикальной. Да, пожалуйста. Может быть, по вертикальной? Вы что предлагаете? Я предлагаю раскрасить по линиям, по горизонталям. Одну горизонталь покрасить в черный цвет, следующую в белый. Так, а какое животное носит соответствующее название? Зебра. Совершенно верно. Итак, это задача на зебру. Господа, надо просто взять
самым естественным для Земли способом раскрасить нашу дружбу. Смотрите, почему зебра четко отмечает горизонтальную доминошку от вертикальной? Потому что любая вертикальная доминошка содержит у зебры одну черную и одну белую клетку. То есть поровну. В любой вертикальной доминошке по одной клетке. Я красным закрасил, да, эти полосы. Вот. А горизонтальная доминошка устроена так. Она либо ни одной клетки не содержит, либо две. Давайте запишем. Значит, горизонтальная содержит либо 0, либо 2. А вертикальная содержит в любом случае одну. Таким образом... Это можно решить? Что? Это можно же решить, да? Что значит решить? Мы же все сделали. Ну да. Матвей, мы совсем все сделали. У нас 32 красные клеточки. То есть вот смотрите, вот эта полоска, вот это и это. Четыре полоски по 8 клеток. 32 красные клетки. Мы, если используем горизонтальные доминошки, то каждый раз берем либо 0, либо 2 красные клетки. А если берем вертикальные, то каждый раз одну. Так вот, невозможно использовать нечетное количество вертикальных доминошек. По той простой причине, что сумма нечетного количества единиц нечетная. И у нас бы получилось противоречие. За счет горизонтальных были бы только четные числа. Если бы вертикальных доминошек было нечетное число, то сразу бы получилось противоречие. Вопросы есть? Отлично. Ну что, следующая задача. Шахматную доску покрыли костями домино, каждая из которых покрывает две клетки. Ну, собственно, у нас сегодня весь день доминошки такие. 8 костей покрывают 8 клеток одной из диагоналей доски. При этом одни из них покрывают еще клетку выше диагонали, а другие ниже. Докажите, что при любом покрытии доски тех и других поровну, то есть по 4 штуки. Я сейчас, давайте сделаю так. Во-первых, я посмотрю на картинки, которые нам рисовала Диана, так это или нет. А во-вторых, я попрошу кого-нибудь еще нарисовать другой способ, не такой, как был у Дианы, и посмотрим, как там. Значит, господа, какую диагональ хотите? Такую или такую? Хорошо. Как вы сказали, так и будет. Значит, берем вот эту диагональ. Берем вот эту диагональ. И смотрим, куда ориентированы доминошки, которые ее пересекают. Значит, вот это ориентировано вверх. Согласны, да? В эту часть. Вверх. Следующая вниз. Вторая вверх. Третья вверх. Так, это у нас вниз. Это у нас вниз. Это вниз. А вот это четвертая вверх. А вот это таким образом четыре штуки ориентированы вверх и четыре вниз. Так, сейчас. Давайте кого попросим. Только произвольно. Да, да, да. Нет, 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 нет. Мы договаривались рисовать не прямые отрезки, а кривульки. Потому что иначе вы потом спутаете это с разделителями сетки, и это будет максимально кривые клетки. Да. Кривые.
равно кривые. Спасибо. Ну что, все заедись. Теперь я должен провести ту же самую диагональ. Да? Вот. И точно так же выделить так, вверх, вниз. Давайте считать вверх, которая. Вторая вверх. Третья вверх. Вниз. И четвертый вверх. Господа, опять четыре вверх и четыре вниз. Это закон природы. Понимаете, да? То есть законы Ньютона, есть законы Максвелла, а есть закон доминошек на шахматной доске, пересекающих диагональ. Вот. Я думаю, что он менее важен для практики. Вот. Но тем не менее такой закон тоже есть. И как это доказать? Вот это самое интересное. Без доказательств. Ученые доказали, что. Все. Ученые доказали. Это не ваше ума дело, почему это так, правда? Может просто все эти самые сделать вертикальные. У него парные, почти кроме одной. Нет, это в ваших примерах. Это в ваших примерах. Разбиений доски 8 на 8 на доминошке очень много. Поэтому перебором вы эту задачу никогда не решите. Нет, все, ученые доказали. Мы можем теоретически решить. Вы не теоретически, не практически. Все, ученые доказали, правильно? А как они доказали? Хорошо. Можно приложением? А может быть методом отпротивления? Работаем, ребят. Замечательная фраза, ученые доказали. Должна быть раскраска. Решение задач должно быть связано с раскраской. Понимаете? Без раскраски это не делается. Трезво подумайте, сколько клеточек черных и сколько клеток белых занимает
одна доминошка. Одно черное. Если честно, задача ровно правда. Ничего, кроме этого, здесь знать не нужно. Просто ничего. Она целиком состоит, в шахматных традициях из белых, потому что у шахматистов вот эта диагональ обычно черная. Она состоит из белых клеток, совершенно верно. Так подумайте, сколько каких клеток где? Просто посмотрите на картинку. Посмотрите, вот это черное, да? Сколько черных клеток? 14. А нет. Нет, не 14. Под диагональю. А под 16. 12. Молодец, почему 12? Еще раньше 12. Смотрите, потому что 8 штук ушли сюда. Всего было 32 белых на доске, 8 штук потратили на диагональ, разделим на 2, действительно получаются 12 белых. Впрочем, можно просто пальцем посчитать, это не проблема. Здесь вот 2, здесь 4, здесь 6, 12 белых. С другой стороны то же самое, дверь. Но обратите внимание! Если у нас внизу от диагонали 16 черных и 12 белых, то есть разница между этими числами. Нет, она равна 4. 16 минус 12 это, конечно, 4. Да, что? Я же как раз хотела сказать. Ровно это он хотел сказать, все правильно. И куда уходят эти самые 4 лишние черные клетки? А вот туда и уходят. Вот эти домино, которые идут вниз. Да. Ребята, ведь когда берешь любую доминошку, которая лежит вот здесь, то баланс белого и черного не меняется. Если доминошка состоит из белой и черной вот так внизу, то, одна белая, одна черная. Для того, чтобы компенсировать вот эту разницу, как раз и нужны вот такие доминошки. И их будет 4, потому что 16 минус 12 равно 4. Смысл поняли? Так, хорошо. Значит, ребят.